шайба на пятак приземлилась. И Семен Лизовой ее отлетел. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, ребята. Вот-вот-вот. Клянусь. Игроки. Такой разгрев пошел. Какой-то, это просто что-то невероятное, как сейчас Муляков, по-моему, нет, не Муляков, это что было? Два почти, куда не попал в ворот, пустые уже оставленные вдвоем. Вот, еще один момент, вообще, что там листок, а у нас драка. Ну, ребят, ну как дерби без драки, а драка такая жесткая. Жесткая драка, Цуканов, да, тоже какие-то старые счеты, Цуканов и Булатов, ну это взрывные, чем, ну вот это был... А ну, кого, а кто вам да? Добро было предлагать по 20 минут, а Руслан никогда не отказывается. Вот сейчас драка начинается, и судя, конечно, об этом побыстрее закончилось, и сейчас у нас заканчивается. Уже Егор Манин и Руслан Добрузов немного пар выпустили. Может быть, оно того и стоило. Сейчас на концов. И у нас коммерческий план. Такая тройка у хозяев. Так,
преодоление. Ну и начался. Ну вот, пошла-поехала, пошла жара, как говорится. Сейчас, я думаю, долго будут арбитры разбираться. Ситуация на площадке. Но тут уже лежит какие-то... Так, что здесь? Да, это Буруянов. Это Буруянов и 40... Под силовой угодил Юрий Журавлев, но в этот момент последовал бросок, правда, издали.